Привет, я Валентин Шишкин, я занимаюсь невербальной коммуникацией. Почему я записываю это видео? Потому что то, что я делаю, дает свободу. Работа на себя, безусловно, сопряжена с определенными рисками. Но если ты становишься нужным людям, то есть помогаешь решать им их задачи, помогаешь с их проблемами, тебе начинают платить. На данный момент у нас переняли технологию у меня, у моих близких, амбассадоров, больше 20 людей. Это профессионалы, это люди, которые связаны с преподаванием, с фотографией, с этикетом, со стилистикой. Это те люди, которые относятся к творческим профессиям, которые взаимодействуют с другими людьми. Что дает вам работа с кинетикой? Она дает свободу, она дает возможность делать то, что ты хочешь. Она дает возможность помогать людям. Она дает возможность улучшить мир. Представляете, вот самое главное, наверное, для меня, после того, как ты закрыл основные потребности, это делать мир лучше, помогать людям раскрываться, становиться интереснее, статуснее, притягательнее, просто более красивым. И вот эта возможность, она сейчас есть у вас. Вы можете посмотреть, как работает профессионал, связанный с кинетикой. Увидеть то, что это на самом деле не так сложно, как кажется на первый взгляд. Хотя есть, безусловно, как в любом деле, свои нюансы. И присоединиться к нам на обучение амбассадору. Я передаю эту технологию, которая позволяет анализировать человека, показывать ему, где же у него все-таки пока еще не раскрыт потенциал физиологический, психологический, и помогать ему раскрываться. Присоединяйтесь, смотрите эфиры, есть много бесплатного, есть много платных курсов онлайн, которые можно пройти у меня, можно взять у моих амбассадоров, моих коллег. Мы строим ту организацию, которая позволяет вам, не будучи в жестких рамках, двигаться, как вы хотите. Применяя кинетику, вы можете наложить ее на стилистику, на ораторское искусство, на этикет, на любые виды взаимоотношений с людьми, на продажи. И сейчас у нас активно эту технологию принимает клиент. Мы записываем совместный курс. На следующей неделе будет интереснейший кейс, я сам прям в предвкушении. Это кейс, связанный с бизнес-авиацией. Мы будем анализировать поведение стюардесс и стюардов в самолетах, но не в простых, не стандартных, а в специализированных. И поможем стюардессам составить кинетический паспорт поведения стюардесса или стюарда на борту самолета, чтобы стюардессы меньше уставали, меньше создавали напряжение в себе и в своих клиентах. Так что все просто. Вы можете зайти, посмотреть бесплатный материал, очень много на YouTube, есть много в Инстаграме. Чтобы узнать, кто я такой, можно легко зайти в Google, в YouTube, я вам все расскажу. В ближайшие полгода я планирую передать эту технологию тем, которые хотят изменить свою жизнь, сделать ее ярче, интереснее, и тем, которые хотят делать мир лучше. Включайтесь, пробуйте. Это не так сложно на первый взгляд, как кажется. Все мы снимаем видео. Этот инструмент позволяет превратить съемки в инструмент помощи людям, в инструмент заработка денег. Я Валентин Шишкин. Добро пожаловать.